Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Танцевально-оздоровительный коллектив «Престиж 50+» из поселка Заводской. Участник всех городских мероприятий, связанных со здоровым образом жизни. Давно доказано, что простые синхронные движения под незатейливую мелодию способствуют не только улучшению физического состояния, но и эмоциональному удовольствию в любом возрасте. Мы стали меньше ходить по врачам. Наши женщины стали ходить меньше по врачам. После физической нагрузки, специально разработанной после 50+, они чувствуют себя очень хорошо. Всемирный день здоровья в Артеме отмечается много лет подряд. В этом году он проводился под девизом «Наша планета – наше здоровье». Каждый человек может внести вклад в здоровье планеты, бросить курить. Каждый может задуматься о том, что он может сделать сегодня для того, чтобы жить долго. Для этого нужно заняться физической активностью, сделать зарядку, пройти 10 тысяч шагов, выйти на пробежку или выполнить силовые упражнения с гирями или штангой. Делаю протяжку. Это вспомогательное упражнение. Классики. Вот смотрите. Юрий Михайлович Новожилов в официальных мероприятиях, посвященных Всемирному дню здоровья, не участвует. Ему 72 года, и он готов провести мастер-класс для начинающих атлетов любого пола и возраста. А это вот широкий уклад. Он для всех подходит, и для женщин, подростков. Ну, а женщинам зачем? А женщинам укрепить фигуру, подкорректировать осанку. Женщины очень любят худеть. Женщина, если будет заниматься штангой, она будет выглядеть так же, как и мужчина. Нет, это самый ошибочный термин. У нее нет таких гормонов, чтобы выглядеть как мужчина. То есть это самый распространенный страх женщин, что они, если они взяли гантели или штангу в руки, то все, они резко превратятся в мужеподобную женщину. Нет, такого не будет никогда. Польза от занятий с женщинами тяжелой атлетикой сомнительна, а вот различные фитнесы всегда шли на пользу. Яркое тому подтверждение – проект «Зумба». Девушек волнует похудение, сбрасываем калории. И вообще это достаточно такой позитивный, радостный фитнес. Когда мы собираемся нашей большой командой, это всегда настроение, это всегда позитив, это всегда заряд бодрости и эмоций. Даже если день прошел не очень хорошо, если даже где-то были негативные эмоции, то все это можно на классе Zumba Fitness пропеть, прокричать и протанцевать. Это и есть здоровый образ жизни? Абсолютно. Я считаю, что здоровый образ жизни – это когда можно и подвигаться, и эмоционально, и разгрузиться, и зарядиться. Только самые увлеченные здоровым образом жизни собрались в этом году на праздник. И своими яркими выступлениями доказали, что здоровье можно беречь не только в молодости, но и сохранять его в зрелом возрасте. Посчитайте до трех, и у вас все получится. Раз, два, три. Зумба! Александр Наточев, Денис Наддельный, Светлана Нурик. Городские новости, телеканал «Лента».